Здорово, здорово. Котишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Что вы не ожидали новую серию снайперов? А я ее сделал. В этой серии будет очень много жестоких убийств моих друзей и снайперок. Вот. Возможно, и меня частично, но посмотрим. Если вы хотите продолжение, вы знаете, что делать. Кто не поставит лайк, того я... А кто поставит лайк, тут вообще красавчик просто. Мы с вами будем начинать. Не забудь про лайки. А я отправился на секретную операцию. Новая серия, ёпта. Здорово. Всем здорово. Пацаны, расскажите, как у вас дела? Еще не родила. Неинтересно. У тебя, Жека, как? Ну, у меня хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй! Всем привет. Что это было? Да твою мать! Ой-ой-ой, писька. У меня стрельба идет. Писька-пупка. По кому стрельба идет? По Игорю. Стрельба идет. По мне? Кажется, по Игорю идет стрельба. Я тут просто перебегал, типа, я так подозреваю, что это по мне было. Я спрятался, я не вылезу больше, отстань от меня. Я вообще не знаю, где вы на самом деле. Игорь, я тебя подозреваю. Все понятно. А я тебя подозреваю, Жак. Я тебя подозреваю. Что происходит? А, все понятно, кто кого спалил, Жека меня спалил, я в этом уверен. Нет, вообще нет, не было такого. Почему два выстрела? Ты меня заколебал. Бля, с ума сошли. Евген, ты меня спалил! Признавайся! Я могу понять, друг друга стрелять сейчас или что? Да хрен его знает, я даже не знаю, кто в меня стреляет и откуда вообще. Скажите честно, кто стрелял, пожалуйста. Пожалуйста, кто-нибудь научите меня стрелять, я вас прошу, почему я 5 раз на Гринпэдис напальнул и не попал? Твою 6, мать! А! Опа! Ну как так можно? Ну 6 раз по тебе стреляю, не могу! Опа! Я по тебе стрелял 5 раз, может ты в геймоде? Нет, я не в геймоде. А как я не попал? Как я не попал? Лохопуды! Второй раунд, 1-0. Эдисон жёстким. Да? Слишком жёстким. Спасибо тебе за комплимент. Я не понимаю, как это делать, не понимаю. С обоих сторон стреляли, так и убили. Да, понимаете, мы с Игорем нашли Эдисона и стреляли по нему несколько раз. Он только нас увидел, сразу убил. Бывает и такое, да, разочарование в жизни. Я 5 раз по нему стрелял, 5 раз. Ну, вы давайте в этот раз скажете, где вы находитесь, хорошо? Чё за хрень, алло? Падла! Вот он убивает. Но можно поменьше орать, мать вашу, пожалуйста! Я за тобой дёркал тебя, не нашёл! Пацаны, я извиняюсь, я немножко орал, просто паника, понимаете? Я обосрался, дебил, зачем ты на меня кричать начал? Господи, помилуй, меня тошнит, Джек, это жесть какая-то. Ты понимаешь, я целюсь, смотрю, у меня хп отнимается. А я его стою ножом ковыряю, как начинает орать, как побежал потом, как начинает помирать. А кто умер? Кто выиграл? Я чуть не понимаю. Игорь умер. Я пробежал. Я помер. 30 секунд пинал этим ножом, он меня с одного удара взял завалить. Все, хватит, пожалуйста. Вы мне не нравитесь больше, пацаны. Я на эмоциях, я так не могу играть. Все. Можно в следующий раз, молю вас, поменьше вот этого всего. Ой. Ой. Подожди, Игорь, а ты мне хотя бы скажи, а где вы были? Игорь. На карте. Какой карте? Подожди, а где Жека был? Давай ты вот не будешь говорить, потому что... Потому что только что ты стрелял?
Ну да, да, откуда ты меня убил? Это сзади, откуда? Я за тебя был. Я бежал. А, да? Так, что, да, давай. Я убил Игоря, очень эпично. Давай на счет три, давайте на счет три, давайте. Раз, два, три. У меня напрямую есть такое маленькое обращение к Евгению нашему. Сегодня твоя очередь. Сегодня твоя очередь выигрывать. Твоя очередь. Твоя очередь выигрывать сегодня, я тебе что-то говорил, это в прошлой серии. В смысле, я говорю, я в снайперах не силен. Ну ты же выигрывал несколько раз, так что давай в этот раз тащи. Просто повезло. А, просто повезло. Нет, ты давай тащи. Твоя очередь, просто повезло ему. Вы понимаете, то, что как бы. Да, я понимаю, моя корона на мне, но. Типа, я хочу за нее посражаться. Пошуми! Как ты меня с одного удара убил? Как только я вылазю и смотрю сразу двух и не могу прицелиться, я немножечко растерял. Почему я тебя ковырял, и ты не умирал? Подожди, у меня вопрос, Жека, а ты подожди, Игорь, Жека был сзади меня, когда ты вылез? Да, я вылез, а я тебя стоял, ковырял, и ты не умирал. Ты даже по мне не попадал. Ну, у меня ты красненьким горел, и что ты не умирал. 3-0! 3-0! Бонусные раунды, так. Ставьте лайкусики. 3-0-0. Типа, ну, пацаны, я как бы все понимаю, но так немножко немножко неинтересно. Немножко неинтересно. Читы вырубай, поэтому я и решил несколько бонусных раундов сделать. Вот, потому что без бонусных раундов... Кто? Как ты собака! Как ты собака, значит! Ну хорошо, молодец, молодец. Давай. Так. Ах, ты шахер. А где ты, Эдисон, ёханый бабай? А где наш, вот этот? У меня вопросик. Не вопросик, а точнее, я хочу сказать, что кто-то у нас читерит, да, Игорь? Потому что до начала раунда ты себе тут перестраивал, потому что я вот это стекло убирал. Я это стекло убирал. Я тебе на полном серьезе говорю, это стекло было целое. Жека, он читерит, чтоб ты знал просто. Чё случилось? Он читерит. И сейчас ты вот сейчас взял меня и спалил, кстати, и во-вторых... Какое? Я вообще ничего не понял, какое стекло? Которое я ломал! Я ломал стекло! Вот ты... Я его, кстати, увидел, но я не понял, что с ним делать. Жека, ты начал тащить в бонусных раундах. Еще один бонусный раунд, за это нужно поставить лайкусик. Да пошел ты в жопу. В смысле? Давай ты лучше лайк поставь, а не в жопу меня посылай. Дайте патроны. Будет зашибись, если сейчас Игорь затащит счет, будет такой 3-1-1. Игорь, твоя очередь. 3-2-2 вообще. А, нет, это слишком много бонусных раундов тогда будет. Это уже чересчур. Понимаешь, стимула нету у нас на бонусные раунды. Мы все равно не выиграем. Как, где, чё, Игорь, чё? Чё? Ты там на крыше делаешь. На какой крыше? На той самой крыше. На какой? А чё ты на балконе делаешь? На 8-м этаже. Там? Карлсон, Эдисон Карлсон. Кого, ёпты? Карлсон. На 8-м этаже. Пати неглиже. На 7-м этаже. Соседи спят уже. На 9-м этаже. Трупак Игоря хотел сказать, но нет. Трупак Игоря в этот раз не сложил. Трупак! Я трупак! Гуф умер! Какие ёпты через доски? Какие через доски? Не было никаких досок. Это доски. Там барьер невидимый, я построил, ты читер, у тебя им. А, то есть ты невидимый барьер построил. Ты чё, хрень? Да, ты, значит, меня через него прострелил, значит, да? И кто у нас тут аимер? Прострелил. Я тебя через него прострелил. Да откуда ты стреляешь, ёпты? Ёпты. Чё-то я ничего не могу понять. Ничего, я не понимать, кто откуда стрелял сейчас 10 раз. Евген. Евген! Евген. Вот это самый, вот этот Евген. Признавайтесь. Какой пацан? Признавайтесь, где вы? Признавайтесь. Какой пацан? Евген. Какой пацан? Какой пацан? Я не говорил слово пацан!
Так, пацан! Мы... Да я у собаки, я Наруто Узумаки. Корона? А, я корону даже не снимаю, она тут. Спасибо, пацаны, вам за эту прекрасную игру. Я хочу уже следующую, поэтому... Пожалуйста, не могу тебе сказать спасибо за него, конечно. Вы еще отыграете следующую серию, если подписчик сейчас поставит лайк. Вот ты поставишь лайк, дашь шанс Джеке и Игорю отыграться в следующий раз. Знаете, что мы сделаем в следующей серии? Мы, короче, вот так вот танцуем, сядем с Игорем в танк и будем подходить. Если вы хотите это увидеть в следующей серии, то ставьте лайкусики, мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Также, кто не знает, в сегодняшней серии бабушки я играл, ну, просто все роли, которые только можно сыграть. А какие, ты сможешь посмотреть в этом ролике. Поэтому заходи и ставь лайкусик.